Теперь с помощью шуруповерта прикручиваем вот эти вот гипсокартон. Гипса у нас 9,5 мм, простая, неврагостойкая. Так, все, вот мы прикрутили с этой, с той стороны. Так, теперь тут решили, что вместо того, чтобы штукатурить потолок, легче его, наверное, зашить просто гипсокартоном. Вот эту вот часть просто выровнять гипсокартоном. Поэтому мы сейчас прибиваем направляющую для вот этого первого яруса. Это теперь у нас получится как бы второй ярус. Так, и все, и от него потом пойдет вот этот профиль. Он вот так вот туда встанет. И все, и к нему будет гипса прикручиваться. Потому что так, похоже, будет дешевле, чем вытягивать этот потолок полностью. Равнять он как бы сильно неровный. Перепады как бы непонятные вообще в разные стороны. Там где 2 сантиметра, где 3 сантиметра. Поэтому легче просто сейчас направляшку прибиваем по всему периметру. Кидаем вот эти профиля. И все, и прикручиваем гипсокартон. Так, ну прежде чем вот здесь вот профиля эти раскидать, то есть мы вот эту направляющую сейчас сделаем, вот эту вот по всему периметру. Причем оставляем вот здесь вот место для гипсы. И вот этот вот кусок гипсокартона, вот в этих местах, мы его сперва сейчас прикрутим, а потом уже будем вот эти вот профиля наставлять, потому что нам еще и здесь придется также обводить уже в эту сторону, получается. Ну, сейчас дальше покажу.